Всем привет, друзья! В этом видео хочу показать свою коллекцию. Как и коллекцию, так и подделки мои. Это у меня старые броши. Я собираю. Такие выглядят они. Это собраны за 3 года с блошиных рынков Германии. Я вообще занимаюсь последнее время, 3 года, как началась корона. Так я начал коллекционировать. И до сих пор коллекционирую. Тут и серебряные вещи есть. Роза, янтарь вставленный там. Тут тоже янтарь. Это жемчуг. Это все натуральные камни вот в этом. Вот тут тоже натурально. Дорогие. Это я точно знаю, что там натурально. Там гранат, рубин, камни. Так, еще раз пройдемся сейчас. Так, вот эти под янтарь закос. Это я сам делаю. У меня есть видео янтарные поделки. Заходите, смотрите видео. Цепочки вот тоже. Это все закос под янтарь. Все это с эпоксидной смолы и резина. Вот это с натурального камня. Это старая цепочка. Не знаю, что за камень. Может, даже коралл. Вот у меня натуральный коралловый щупалец есть. Красный коралл. Так, и пошли теперь мои поделки. Это из натурального янтаря. Это вот темный янтарь. Вот эти кулоны. Это янтарь с Суматры. С острова Суматра янтарь. Более молодой такой цвет у него. Понятный. Темный, короче, какой-то. Так, вот это уже идет неошлифованный янтарь. Две цепочки.
Одна вот и вторая. Это не шлифованный. Так, пошли кулоны вот. Это тоже натуральный янтарь. Балтийский. С Балтики. Кулоны. Это все с Балтики. Балтийский янтарь. Это не кулоны. Это я сам делаю. Делал, то есть. Это нет, это с России. Брошь. В России делано. Старенькая. Тоже на фримарте купил. На блошином рынке. Приобрел. Коллекции свои. Но это мои поделки. Кулоны. Сам точил. Шлифовал. Формы делал. Так. Теперь пошли цепочки. Бусы. Это у меня бусы идут. Тоже как я делаю, тоже в янтарных. Отдел янтарной работы, или как, не знаю, там у меня называется плейлист. Это янтарный натураль, из натурального янтаря. Это мор бернштайн мореный. Вот этот темный. Нечистый. Там с коровой. С ветками нам. То видно, что он натуральный. Так что такое еще у меня увлечение есть. Делаю сам янтарные бусы. Все, кому было интересно, ставим лайки. Подписываемся, кто не подписанный. Не пропускаем интересного. Вот это видать, что это не натуральный. Это с эпоксидной смолы. Там с добавлением краски. Красок разных. Также делал, шлифуется, формы заливался. Потом выводился с помощью наждачной бумаги. Всем пока.